Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с первой летней рубрикой в этом году. Это битва эвакуатора! Всем здорово! И сегодня, ребят, на вот этих двух обалденных эвакуаторах, на желтом и фиолетовом, мы с Пашей должны угнать по три тачки на каждого в городе Сэнди Шорс. Это пустынный город, заброшенный город. Так что посмотрим, кто круче сегодня машины отыщет. Нам дается ровно 8 минут, чтобы угнать себе три тачки, подходящие к трем испытаниям. Мы должны найти тачку для испытания последней выжившей для толкучки на воде, а также для гонки по бездорожью. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком такую обалденную первую летнюю рубрику в этом году. Ну и также, ребят, не забывайте нажимать красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят каждый день. Ну а мы с Пашей погнали садиться за эвакуаторы и угонять крутые тачки. Ребят, давайте уже начинать нашу рубрику. Я себе забираю фиолетовый эвакуатор. Паша забирает себе коричневый эвакуатор. Ладно, желтый. Желтый. Ну и напоминаю, ребят, 8 минут. За 8 минут посмотрим, кто сегодня круче тачки отыщет. Ты готов? Конечно, я готов. Раз, два, три, погнали! Все, жалко, тут суперкаров не встречается, поэтому надо искать какие-нибудь крутые внедорожники. Кстати, тракторы. Первым делом я поеду на самые популярные парковки. Это погрузчик там что стоит? Ё-моё! Ребят, там? Смотрите, вот тут есть свалка, тут турботачки могут спавниться, но тут их, увы, нету. Ладно, потом, может, приеду. О, я придумал, кстати! Я придумал кое-кое крутенько. Блин, и тут ничего нету. Тут обычные инкассаторские тачки могут появляться. Вот тут есть парковка сзади, может быть, вот здесь есть какая-то машинка. Ну, если там что, я знаю. Нету. Я знаю самую гигантскую парковку. Она находится возле тюрьмы, ребят. Поэтому отправимся в тюрьму. Потом я поеду в город, а потом я еще отправлюсь куда-нибудь на свалку, например. Во! А так я что... уже в городе как раз. В смысле, а ты в городе ищешь тачку да, себе? Да, 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 ну конечно. Так, ребят, ну, у меня плохие новости. Пока. Я уже вижу, что там нифига нету. А, нет, есть. О, в смысле? Прямо перед глазами тачки спавнится. Ну, слушай, Паш, смотри. Что там? Есть сегодня что-то? У нас есть гонка по внедорожью, и тут уже одинаковые... А, в смысле? Это издевательство! Что чисто. Такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь одинаковых внедорожников на парковке стоит. Это нечестно. Ладно, я поехал в город, потому что в городе находится намного круче внедорожники. И в городе самое крутое обитает, ребят, Red Truck. Кто не знал, эта тачка превращается в Бигфут, так что реально есть шанс найти очень редкую машину Бигфут. Она обычно катается по городу. Ладно, у тебя есть тактика какая-нибудь, Паш? Ну, кстати, знаешь что, я тут это так покатался, посмотрел, тут ничего нету, так в что городе? Я еду на свалку, да-да-да. В смысле? Я а я в город поеду. Не, в городе самые офигенные тачки обитают. Смотри, я, кстати, лучше всего знаю нычки вот в этом городке, и уже первую нычку я нашел. Вот тут спавнится крутая тачка. Это Жук, машина Жук. Слушайте, я ее примечу для внедорожья. Для внедорожья она офигенно подойдет. Знаешь, на внедорожье там трамплины есть. Но я хочу себе турбо-тачку найти. А турбо-тачка, это у нее должен быть мотор спереди огромнейший. Ладно, ничего так, внедорожье у нас есть. Потом еще, смотри, толкучка на воде у нас есть. И испытание последней выше. Для толкучки идеально тачку с тараном найти. Но с тараном это кстати, надо ретрак искать. О! Тихо, стой. Я нашел. Я нашел Ты первую нашел? Тачку. Я тоже нашел. Что за тачка? Я нашел импалер. Маленькая Easy Classic. О, импалер! Да-да-да, из ну, блин, ладно, ребят, увы, ретрак не нашел, но чтобы Паша не забрал мой Easy Classic, я заберу себе еще вот эту точилку. Слушай, у нее же таран ставится электрический, да? Не ставится. Что ты меня обманываешь? Я знаю, у нее электрический таран ставится. Я тебя буду током дубать сегодня. Эта тачка у меня точно идет для толкучки. Все, изи, первая машина. Тем более, прошло у нас 2,5 минуты. Я сейчас довезу тачку, и ты просто охренеешь. Маленькая такая пупонька. Я ее пупонька назову. Да, конечно, короче, помидорчик. Реально, это помидорчик мой маленький. Все, ребят, а что ты нашел? Ну-ка, где он там? Я импалер нашел этот? Импалер, вон там он стоит. О, ни хрена себе, да это развалюха ржавая. Она серьезно у тебя ржавая, ты посмотри на нее. Так она нет, свалки, не ржавая. Да, ржавая она. Не-не-не, это хрень. Кстати, эта турботачка, у нее, видишь, мотор спереди торчит. Так. Ребят, подцепляю мой маленький Easy Classic. Ну, слушай, я себе сейчас найду такую точилу. У нас сегодня гонка будет внедорожная. Так. Поэтому нужно найти турбовнедорожник. Так, тут нет турбовнедорожников? Полицейский ну, слушай, участок. А чё? Нарушители парковок. Чё? А, нет, нормально. Я подумал, чуваки неправильно припарковались, а потом смотрю, все-таки правильно. Так, я поехал на свалку. На свалке машину-рампу хочу найти. Ну, давай. Ребят, газуем там. На свалку. Свалочку свалка твою. Она где-то в той стороне вроде бы. А, или в той. А, вон свалка. Все,
Свалка моя. Так, а да, ты где, кстати? Конечно. Ты же импайлер на свалке нашел, да? Нет? Я импайлер, да, на свалке нашел. О, отлично. Сейчас еще один импайлер будет, ребят, у меня. Да, конечно. Смотрите. Какой импайлер? Вот, смотри, смотри. Засекай 15 секунд. За 15 секунд нахожу тачку. Окей, стопудово. Хорошо. Так. Оп. Вот я нашел тачку за 15 Какую? Секунд. Подожди. Это тачка Тревора, чё ли? В смысле? Да. Тревора? Нафига тебе тачка Тревора? Тревора? У него уже старый внедорожник, если я не ошибаюсь. Так это внедорожник, ты чё, он крутой? А, там, ну он, да, гонки по внедорожью можно его забрать, тем более Тревор его любил прокачивать. Это что, кран? О! Подожди! Чё нет, там? Кран нельзя. Я хотел кран угонять только что. Слушай, а мы же самолеты можем угонять, да? Вертолеты, самолеты. Нет, нет, ты чё? Почему? Нельзя. Почему? Давай что угонять можно. Ладно, короче, на свалке нифига нет, и все-таки нахуй нашел, походу, единственный импайлер. Блин, ребята, это нечестно. А где мне еще тачки искать тогда? Ладно, я поехал снова в город. Все-таки надо было из города не выезжать. В городе самые офигенные машины сейчас спавнятся. Ребят, все, засекай. А мотоциклы мы тоже можем угонять, да? Да, да, мы же любой транспорт можем. О! О, я. Это что? Чё ты там? Я для внедорожья нашел тачку. Да! У меня офигенный внедорожник. Ребят, слушайте, эту тачку можно вообще-то толкать, потому что вот там находится наш спавн. Я его даже подцеплять не буду. Все, чисто. Плюс одна тачка в копилку. Давай! Ой, лучше. Чё ты там нашел? Подожди. Я нашел себе грузовик из Форсажа. Правда, он немного заржавел тут, пока стоял. В смысле из Форсажа? Я тебе отвечаю. Я приезжал, тут его не было. А он взял и появился. Давай! О, нормально. В принципе, катится. Ребят, самое главное его быстро успеть дотолкать, пока Паша не приехал. Паш, ты сейчас охренеешь. Хотя нет, смотри, толкается. Ура! Нормально. Нифига себе, он катапультировался. Так, ребят, толкаем, толкаем. Во. Все, сейчас быстро дотолкаю. О, так, четко, четко. Опа, я говорю, ты просто охренеешь, когда увидишь. Это такой грузовик чисто для гонки. О, нет, слушай. Слушай, я его могу для последнего выжившего себе забрать, даже не для гонки. О, ничего. Ну-ка, себе, для внедорожья гонки я лучше спортивную тачку внедорожную, типа жука вот такого. Точно! Ребят, все, ищем вот такой жук, только припаркованный, а еще лучше, если он будет прокачанный. Подожди, а где, а какой ты внедорожник нашел? Я нашел Тревора, я же Тревора. Говорил, а у Тревора в гараже нет внедорожников, никаких ты не проверял? Не, ничего там. Блин, нет, нету. Ничего. Капец! Я колеса все погнул себе, пока толкал внедорожник свой. Это жесть. Ладно, ребят, осталось найти мне одну машину. А тебе сколько? Тоже одну машину или две? Да-да, одну тачку. Ладно, у меня есть еще одна идея. Возле мотеля есть парковка, где могут быть крутые тачки. Там обычно маслкары спавнятся вот здесь. Я на стройку поеду. Но тут ничего нету. Подожди, я бы идеально нашел бы баги. Баги. Баги, может быть, на свалке? Ой, кто это? Это птица, а что они задом летают? Так, ребят, да проверяем чё? Свалку. На свалке ничего нету. Блин, а что за фигня? Реально, как назло, ни одной тачки нету. Город! Ничего нет, я приехал в город, город опустел. Город, алё, а вот жук стоит. Если что, короче, жук забираем вот этот. Ни одной машины в городе нет вообще. А я на строечку поехал, давай дальше. На строечку? А нафига тебе строечка? Да. Ребят, не знаю, проверяем полицейский участок. Во! Вот тут хотя бы полицейские тачки здесь вспомнились. Блин, либо полицейскую коповскую забрать для последнего выжившего. Ну, возьми, ребят, нет. Я не знаю, короче, время, в принципе, остается еще довольно много. Одна минута плюс-минус. И, блин, я пока не знаю. Ладно, я проверю еще один раз, где EasyClassic забирал. О, прикинь, сейчас... Второй EasyClassic заспавнится там. Это было бы жестко. А по идее, вообще лучше всего надо найти ретрак. Подожди, я хочу ретрак отыскать. Ретрак сто пудов. Не-не-не, он сто пудов должен где-то тут кататься по городу. Ребят, смотрим в оба ретрак. Он такой маленький внедорожник. Его можно прокачивать в Бигфут. Я очень хочу найти ретрак. Так, ретрак. Давай, давай. Блин, ретрак! Надо заклинание. Ретрак, появись. Сяски-масяски. Абракадабра. Парочка-вручалочка. Ой, как он там говорится. Ничего себе, что там? О! А, блин, это не ретрак, нет, я думал, нашел его. Ладно, у меня есть вот еще. Я нашел, в принципе, одно предположение. Ты последнюю тачку нашел? Да, я нашел, только ее надо везти и везти долго очень. О! Ё-моё! Я внедорожник нашел себе нормальный, походу. Это Dodge Ram вроде бы. Вот это Dodge Ram же. Не, блин, ну жук круче, наверное. Ладно, ребят, я говорил, что... И вот еще внедорожники. А что это я? Я из города начал уезжать, и внедорожники заспавнились. Нормально. Нормально. Это чисто облом, короче. Ладно, поедем еще на радужную ферму, ребят, на радужную, это как она там, башня называется. И, кстати говоря, можно вот тут грузовик Давай. Забрать. Либо вон там тачки есть еще. Фиолетовая. Вон, спавнится машины, смотри. Прям на глазах. Вот там у тебя ой. Да, я тебе отвечаю, тачки заспавнились. Главное, мне только не застрять в это. Подожди, я, походу, суперкар нашел. А, суперкар, это не суперкар, какой? Нет. Во! Вот чё эту там? Тачилу я заберу. Ребят, как вам такая тачка? Мне она очень нравится. Это этот Dodge Challenger или Dodge Charger.
как-то так называется. Ну, чё, ты чё, короче, турбо, тачка для внедорожья. Я передумал, помнишь, я грузовик находил для внедорожья, да? Я его забирать не буду. О, там Слован стоит еще вон сзади. Нифига себе. Не, я заберу вот эту тачку, она мне больше нравится, чем Слован. Я, короче, грузовик заберу на последний выживший, а вот эту тачку я заберу для гонки по внедорожью. Ой-ой-ой-ой! Офигеть! Стой! Она что, на ручнике стоит? Я ее еле-еле тяну. Вы посмотрите, ребят. Все, сейчас вот привезу к Паше. Тяжелая машина. Тяжелая? Да-да-да, очень. Че, у тебя там танк, что ли? Да, тут похоже танка. Ни хрена себе. Ладно, ребят, сейчас туда привезу к Паше тачку, он охренеет, и я тоже посмотрю, что он там привез себе за машинку. Я думаю, то, что у тебя... А где ты? Я только подъезжаю. А, я думал, ты уже приехал, ждешь меня. Ты смотри, ты там, у нас время что давно уже вышло. Ты там за временем не ищешь тачку случайно. Я прикиньте, обманывает меня, говорит, там подъезжает, на самом деле еще тачку ищет. Короче, я сейчас быстро припаркую вручную этот Додж. Я там дверь уже сломал от него. Капец. Мне хана, ребят, теперь придется еще за тюнинг платить. Ну ладно, все равно будем прокачивать тачки, так что пофигу. Смотри, у меня сегодня три обалденные машины. У меня есть Dodge Challenger, получается, вот такой внедорожный. Я его прокачаю по максимуму, такой баклажанчик назову его. Ребят, у меня есть Easy Classic маленький, и получается, у меня есть еще ржавый грузовик из Форсажа. Просто пушка, гонка. Давай, Паш, что у тебя? У тебя получается импалер. А ты где? Я тебе помогу, давай. Вы посмотрите, давай, ребят, что он, оказывается, тащит все это время, как черепаха. Я думаю, что так долго? Уже минута прошла уже, как у нас время закончилось, он еще до сих пор тащит. Это чисто черепаха мобиль. Не, ну это же, я понял, ты со стройки его, да, притащил? Да. На стройке, я знаю, вспомнится такая тачка, но я бы лучше бы не советовал тебе ее забирать. Она такая, блин, кракозябра. Короче, ребят, сегодня проголосуйте в комментариях, у кого коллекция круче. У меня чисто вот такие три машинки, гусеница такая, у Паши импалер, машина гусеница, машина черепаха, и получается внедорожник Тревора. Ничего себе. Ладно, короче, джел, либо флейдинг, пишите в комментах, ну а мы тогда тюнингуем тачки по максимуму и отправляемся на три жестких испытания. Ну а мы, ребят, как видите, уже протягиваем свои тачки, и вот такой красный монстр у меня получился. Он вообще должен был быть сегодня фиолетовым, но Паша взял и мой любимый цвет покрасил тачку. Смысл? Вот хрена, мне пришел красный цвет, а я теперь какой-то мистер Помидор, блин, сеньор Помидор. Ладно, кстати, ребят, напишите свои любимые цвета в комментариях. Вот лично у меня фиолетовый, вот Паша какаха взял мой цвет любимый. Ладно, вообще-то какой? Какой? Голубой. Голубой, а я думал синий. Ну ладно, гонка первая, по внедорожью, проверим, кто будет круче. Готов? Раз, два, три, погнали! Полетели. У меня спортивная тачка, у тебя старая развалюха, на тебе. Да, ты чё, ты на, просто впендюрил. О, вы посмотрите, внедорожище. Ладно, ребят, иди поедем сюда. Аккуратно. Смотри, перепрыгну через Белал сейчас. Оп, 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 видел? Давай, ой, ни хрена себе, ни хрена себе. Ты чё, сальтухи крутишь? Джеки Чан, ё-моё, недоделанный. Русский Джеки Чан. Ребят, у меня проблемы, у меня тачку крутит, вертит что-то. Давай, сеньор Помидор, разгоняйся. Давай, так, давай, а ты реально куда? Жанчик против Помидора. Че у нас до битва овощей сегодня? Помогите! Спасите! Ты меня завтра. Я на парковку приехал. Здрасте, до свидания. Оп! Поехали! Блин, да у меня тачка спортивная! Ты че меня пинаешь? Я не дам тебя победить! Ладно, ребят, напомню, напишите любимые цвета в комментариях. Кстати, а есть у кого вообще такой же любимый цвет фиолетовый в комментах? Тоже интересно. Мне не знаю. Вот самый мой нелюбимый цвет это, наверное, такой серо-бурый козявчатый, знаешь? Ладно, такой коричнево-желтый. Я не знаю, почему. Не, ладно, нет, зеленый-желтый. Такой болотный цвет, вот он мне не нравится. Потому что я болото не люблю. Ребят, разгоняемся по максимуму. Так, давай. Смотри, мой внедорожник обгоняет тебя. Это нечестно! Дисквалификация! Дисквалификация! Ладно, шутка. Сейчас я догоню. Вот, смотрите, баклажан прыгающий этот едет. Но я все равно его догоню. О, какой ты баклажанчик, фиганчик. Давай. Додж, не подводи меня. Ребят, Додж, ты? А ты где? Ты на финише уже? Охренеть, ребят, вы посмотрите. Он на него, мне кажется, нитро поставил или закись азота. Ты чё такой быстрый? Я крутой. А ты где? Ты уже, я ты уже туда уехал? У нас финиш вот здесь находится. Ребят, получается, у Паши есть первый балл за сегодняшнюю летнюю рубрику. Ну а мы переходим ко второму испытанию. Там-то я отыграюсь. Ну а вот такой, ребят, лимончик у меня готов к следующей битве. Это будет толкучка на воде. Посмотрим, кто сегодня победит, короче. Раз, два, три, погнали. О, Паша, там уже хреново все. Давай. Бам! Ребят, мне кажется, я сейчас сам катапультируюсь в воду. Меня тут нет, я уехал, я перепрыгнул уже. Я с другой стороны, ребят, аккуратно подъезжаем. Че ты? Я тебя обманул, я здесь. Давай! Обманка! Ты издеваешься? Ты прикалываешься?
издеваешься? Я хотел тебя обмануть. Ладно, ребят, погнали ко второму раунду. У Паши уже есть второй балл подряд. Ну все, меня Паша разозлил. В сухую делает, смотрите. Раз, да, два, да, да, три, четыре, пять. Я иду тебя скидывать. Давай, давай, давай. О, я все понял. Это что сейчас было? Я не понял. Это что-то человек пук. Давай, давай, мегатрюк. Слышь, ты, и бэм. У-ху! Давай. Прямо вот, прямо вот. Мягкое приземление, мягкое приземление. Так, аккуратно. Ты на колеса приземлился? Иди сюда, слушай, видишь, я желтый, а ты оранжевый. Получается, я лимон, а ты апельсин. О, я апельсин, я мандарин. Апельсин, мандарин, давай. Бам. А что у тебя? Что у тебя с тараном? Что это за рельса такая у тебя стоит? Ребята, посмотрите на его таран. Оп, бам. Перепрыгнул. Обманул, обманул, давай. О, здрасте, до свидания. Бам, давай. Я тебе не дам выбраться. О, полежи там в дырке. Давай. О, о, ребят, я даже добивать его не буду, он сейчас сам себя взорвет. Давай, давай. Смотри, у меня есть крутая тактика. Я могу взорвать. Может, не надо? Давай, я буду на того издеваться. Не надо, не надо. О, здорово, здорово. На тебя, стой! Вот и... это! Не по плану, не по плану. Здорово, как дела? Я тебя расстреляю сейчас. Здорово. Катапультация! Катапультация! Ликвидировался. Нормально! Смотри, в прошлый раз я сам упал, не затормозил, а в этот раз ты улетел. Получается, у меня есть первый балл в кармане, ребят. И погнали к третьему нашему раунду толкучки. Толкучки! Ну что ж, ребят, вон там, видите, козявку сзади меня стоит. Это Паша, он починил тачку. Раз, два, три, давай, я третий раунд. Счет 2-1, да, конечно. Бам! Бам! Куда ты, парашютист, в космос? Или на Луну? Здорово! Ребят, давайте, разгон, разгон, максимальный разгон. Ребят, вот это да, маленькая козявка, а так тебя... Вау! Стой, стой, стой. Вот так тебя пиндюрил, давай, давай, дай. Иди сюда, оп, я тебя обманул. Ребят, на самом деле, надо взять максимальный разгон, я понял. У меня чем тачка быстрее, тем больше Паша отлетает. Оп, аккуратно, разворачиваемся. Да, конечно, хреново разворачиваешься. На тебя! Вау! Давай, ой, давай, прям в воду, тихо, прям в воду. Не падай. В смысле не в воду? Блин, я уже обрадовался. Воде. Ладно, ребят, смотрите. Раз, два, три. Колеса лопнули. Полетел. У меня три колеса лопнули. Это нечестно. Ладно, Паша зарабатывает третий балл. Погнали к следующему испытанию. Ну, а я, ребят, пересел на вот такой грузовик из Форсажа для испытания последний выживший. Паша едет на тарантайке тракторной вот такой непонятной. Вау! Ты победить сможешь ты или нет? Ребят, походу я сегодня буду реально в выигрышном положении. Смотрите, мы заработали 5 звезд, врываемся на военную базу. И кто сегодня устоит против выстрелов танков и останется в выживших, получит сегодня 1 балл за это испытание. Ты где вообще, развалюка? Какой танк? Смотрите, застрял там где-то. Я тебе говорил, эту тарантайку нафиг ты сегодня тащил. Вон там танки едут уже жесткие. Ребят, где он? Я его вообще не вижу. Я проехал, я за ты проехал? Вот ребят, да, тогда да, газуем быстрее вперед. Главное мне уворачиваться от вот этих военных грузовиков. Вот ты едешь. Да-да-да, а здорово, ты справа объехал. Ну-ка, давай, давай, я тебе помогу. На нафиг. Вау! Ты посмотри, ты ребят. Все, я сегодня Пашу буду дубасить, чтобы он точно взорвался. И я сегодня... Танк! Ребят, нафиг надо! Газуем отсюда! Я поеду к нашему любимому ангару. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Надеюсь, ангар чистый. Оп, оп, главное в бочку не взорваться. Забери меня в кузов, пожалуйста. Смысл? Давай! На трамплине прыгай, я тебя подвезу. Где? Ой! Едет как черепаха. Я говорю, вот трамплин, давай, запрыгивай ко мне, ваш. Иди сюда. Иди сюда, давай, давай, давай. Быстрее! Вон, там танки. Ребят, смотрите, смотрите. Минус Паша. Минус Паша. Быстрее разгоняйся! Давай! Давай, быстрее, ребят, прыгай. Поехали, 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 я тебя к танку подвезу. Стой, ищем танк. Вон, в смысле? Я тебя, наоборот, хотел к танку привезти, выкинуть там после танка, чтобы он тебя взорвал. Ребят, получается, мы сегодня каждый получаем по одному баллу, и счет становится уже 4-2 в пользу Паши. Ладно, Паша, побеждает сегодня видео, а я занимаю второе место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, поддержите его лайкусиком, а также напомню, напишите в комментариях ваш любимый цвет, мне безумно интересно. Ну а с вами сегодня был Джел Флэдин, ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем пока! Всем пока, народ!